Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Приобрести гостинцы в дорогу или просто купить необходимое для дома? Теперь сделать это можно легко и просто. К примеру, здесь можно найти сразу 7 отделов с мясной и молочной продукцией. В наличии товары от крупных производителей из Удмуртии и Башкирии. К примеру, Давлекановский мясокомбинат или Восточный. Так и от небольших местных предприятий, таких как в Раздолье. Вместе с тем есть большой выбор свежих фруктов и овощей, а также различных сладостей и даже множество сортов и видов чая. У родственника погостил здесь. И когда собрался домой ехать, на вокзал приехал, думаю, дай зайду на открытый закрытый рынок. И здесь очень удобно, здесь все продается. На рынке можно приобрести различные хозяйственные принадлежности, начиная от резиновых перчаток и средств для уборки дома и заканчивая электротоварами. Найдется все, и чайник, и праздничная гирлянда с батарейками. На радость женщинам здесь же можно пополнить свой гардероб. Нижнее белье, трикотаж самых разных форм, размеров и фасонов. Большой выбор столь актуальных зимних шапок, перчаток и носков. Мне очень приятно, что здесь все в одном месте можно все купить. От носков до булавок. Конфеты, печенье, чай, колбасы, косметику. Также можно сделать и ксерокопию, и ателье. Все в одном месте. Одежду, кстати, здесь можно не только купить, но и отремонтировать. В центре есть свое ателье, где в считанные секунды подошьют одежду, поставят заклепки или выполнят другую работу. Кстати, тут же можно приобрести сумочки и рюкзаки, как дорожные, так и изящные модели. В отделе элитной бижутерии огромный выбор изделий с напылением из серебра и золота. В здании расположился еще и один из самых интересных отделов книг и канцелярских товаров. Проголодались? На ваш выбор несколько отделов с ароматной выпечкой и горячими обедами. Ну а если готовая продукция это не для вас, то можете заказать чебурек, который приготовят на ваших глазах. Запоминайте, все это можно найти на открытом рынке возле Нефтекамского автовокзала. Время работы с 8 утра до 8 вечера, ежедневно, без перерыва и выходных.